Ангелė Šimoliūnienė, živu в Литве, родилась и живу в Литве. С малых лет я любила рисовать и рисовала неплохо, потому что учителя хотели отправить меня в самую главную в Литве художественную школу имени Миколая Черлёниса. Но меня родители не согласились отдавать, потому что надо было бы жить в интернате. И мало родителей видела. Но я все равно рисовала в школе, в пионерских лагерях. Потом чертежи начались в школе. То все учителя думали, что я тогда поступлю в архитектуру. Но я любила романтику. Любила литературу и поступила в Вильнюсе в институт изучать литовский язык и литературу. И когда окончила, я работала учителем литовского языка и литературы, но мне что-то не хватало, и я еще поступила в Клайпеду, музыкальную академию, в кафедру режиссуры, потому что хотела еще с детьми ставить спектакли. 22 года проработала в школе учителем и 16 лет режиссером. Поставила 32 спектакля и даже была награждена литовским государством за медалем за вклад в литовскую культуру. Но умер мой муж, и я никак не могла понять, как не могли врачи спасти, что за болезнь. И я еще имела медицинский медсестры диплом. И я подумала, что может восточная медицина что-то может пояснить мне. И я стала изучать китайскую медицину 3 года, потом поступила в Юрведскую академию. Потом в Индии, Джива-институт, я поняла, что Восток смотрит на человека из всех сторон, как на всего общего, а не на каждый как что-то отдельный орган. И поняла, что нужно как-то соединить восточную и западную медицину, только тогда можно помочь человеку. И мне тогда возникла мысль такая, что хочу все делать, чтобы помочь людям. Я стала тогда изучить всякие и Франции научную ароматерапию, и психологию 3-го тысячелетия в институте Олега Гадецкого, и потом арт-терапию, и университеты, психиатрию, генетику. И все знания собирала для того, чтобы помочь, больше помочь людям из всех сторон. Когда начала рисовать арт-терапию, я ездила еще по всем всяким конференциям и рисовала по часу каждый день, даже руками рисовала. И знала, что когда час рисуешь, то 20 минут еще работает ум, а потом включается подсознание. И я так рисовала и поняла, что из подсознания выходят блоки. И это сама тоже почувствовала, может, потому что вот я так чистила что-то в один день, я увидела, что я рисую, получается уже картина. И что мою руку стала вводить подсознание. И потому что я иду рисовать, я не знаю, что я буду рисовать. И краски возьму по интуиции, всех одену и возьму, что внутри говорит, по интуиции. И как-то, если горят руки, чувствую какую-то вполне энергию, то знаю, что будет информация даже свыше, как-то подключаюсь. И мои картины такие что-то показывают. Я сама удивляюсь, что я нарисовала
потому что я никогда не думаю, что я буду рисовать. Я знаю, что даже вот я еще как стала рисовать, думаю, нужно про живопись больше узнать, то тоже арт-академии стала изучать историю искусства, там от антики, там и живопись, и скульптура, и архитектура. И была лекция про Модельяне, художника, и мне как-то затронуло. Я знаю, что вот окончилась лекция, и я думаю, 9 часов вечера я еще, может, нужно, ну, порисовать. И я стала так рисовать одну картину, другую, и потом смотрю, что я нарисовала. Одна картина, даже эти цвета, которые Модельяне любил, это синий, темно-синий, красный, и даже его нарисовала, жену, дочку, так как фотографию. Я была в шоке, как я не думала совсем, а значит, я поняла, что подсознание вводит мою руку, и вот такие получаются мои картины. И вот эту еще я рисую мандалы, очень много мандал имею. Вот эту картину я выбрала. Еще хочу сказать, что уже 12 выставок, персональных выставок уже у меня есть. Эта картина называется «Несущая свет». Вот эта женщина идет и несет свет вот этим людям, всем людям. Она несет свет, она несет любовь, доброту, духовность, веру в Бога, веру в человека. Ведь мы все дети Бога и должны все любить друг друга, быть добры. Но есть темные такие вот силы, как этот человек, которые хочет остановить эту доброту, эту духовность, эту светлость на земле. Но есть такие светлые силы, все равно есть, которые останавливают, чтобы этот как человек, этот как метафора, что он не достиг этой женщины, этого светлого человека, и чтобы остановили его, чтобы он не мог помешать идти и нести этот свет, эту доброту, эту любовь, эту духовность в жизнь людей. Это вот такая моя картина. Я думаю, что доброта, духовность, красота, любовь в жизни победит. И мы будем все жить дружно и в любви. Спасибо.